Всем привет, мои дорогие друзья, с вами это я, Эдар. И сегодня мы поиграем в симулятор акулы, да. Ну, перед началом ролика я хочу сказать, что у нас уже 10 подписчиков. И да, 10 подписчиков у нас уже есть. И давайте мы добьем уже 15 подписчиков. Так, я не понимаю, так, подождите. Что такое? Давайте, Вы ничего не видели. Поняли? Вы ничего не видели. Вы ничего не видели, ладно? У меня ничего не вылетело, да. Ничего не видели. Я не знаю, короче, как это правильно. Мы поиграем в симулятор. Опять громко. Мы поиграем в симулятор акулы. Как я бы говорил, что как бы, ну тут вот тут вот говорил, что кукибой надо сделать по этому паршиве. Ну, я не знаю, как он, ну, я знаю, как он сюда передвигался. Ну, как он сюда шел, смотрите. Если были такие размеры до Рибирду, то кукибой вообще бы не прошел. Ну, я бы еле-еле, смотрите. Я бы еле-еле прошел. Что тут? А, ничего, ну ладно. Идем, ничего себе, что это такое? И давайте, ребята, едим. И, ребята, давайте вам помню. Вот это еще. И посмотрим, что нам тут будет. Нам выпала такая штука, которую я хотел. И теперь нам выпало 150 миллионов, и теперь мы уже хорошие. Богатырская сила, вот только мы с ним не богатырская сила. Ладно, давай. Давайте попробуем мы, не знаю, здесь или нет. О, боже мой, что это такое? Мне, кстати, один бравый. Как меня убили? Кстати, ребята, чтобы нам дойти до другой эволюции, нам надо еще чуть-чуть. У меня тут орешки есть. Сейчас ей будет. Все, ребят, не едим орешки. Не едим орешки, все, у меня орехи на них. Ладно. Давайте мы... Все, у нас 300 триллионов! Я испугался, не, ребят, я испугался, реально. И у нас опять такая штука выпала. А может, хватит такую штуку? У нас 180 триллиончиков. Давайте, ребята, смотрите, какая теперь у меня акула красива. Давайте мы вот так вот покушаем. Вот так вот. Просто вот это какая, кстати, акула. Я просто не понимаю, какая это. Я испугался. Я все испугаюсь. Ну, ребята, давайте. Нам еще чуть-чуть осталось прокачаться до новой нашей акулы. Так. Ничего, опять рекомен. Ребят, мне придется заходить, да. Потому что у меня рекомен вылетает.
Во! Ну? Всё. О, боже! Мы тут уже прокачаны, да, мы тут уже жестко прокачаны. Смотрите, у нас уже 35 мяса. Нет, давай. Все, у нас 35 триллионов мяса. Нет, а как у меня 2 и надо 44 квадриллиона мяса? Это много. Это очень много, да ёго, я испугался, это хахуя, не, ну реально, на ПВП меняй, раз и все. Давай, давай, так, ты чё, на меня что ли хотела? На тебе. А чё у неё так мало КП? Ты мои не ешь. Она хочет мои все съесть. Мои не ешь. Это мои должны быть. Ребята, он ест. Опа! А я уже забыл. А я уже забыл, что у нас есть вот такая вот штучка. И нам остается два раза. Кому выпадает, мне выпадает облачко, которое я не люблю. Потому что у меня есть вот такое. Такая, да. Такая, и я с ней намного лучше прокачусь. Это бэк, бэк. Ладно, я не думаю. Ладно, давай, ребята, ребята. Давайте, ребята, нам надо больше мяса. Нам вот за этих креветочек дают 39 квадриллионов, да. И у меня 77. Раздевайтесь. И у меня 77 вот таких вот монеточек. У меня нет робоксов, простите, у меня нет робоксов. Почему они бы не сделали разных выгод? Один робокс, за один робокс что-то. Я бы согласился, я бы купил. Да что ты будешь делать? Чего я умираю? Чего я умираю? Кстати, нам еще чуть-чуть до новой эволюции. У нас уже 40 квадриллионов. Эти, как вам? Мясо, вот. И давайте мы съедим вот эту. Ну, короче, мы все будем есть. О, я забыл. Чё? А это какая штука? Ой. Ну, я хотел бы ее надеть за 73. Ну, 73. Ладно. Надеюсь, что она мне будет выпадать. У нас тут есть вот такая злобная акула. И мы наконец-то сделаем новую эволюцию. Потому что мне уже как бы надоело с такой эволюцией шкать. Непонятно, да? И какая у нас уже будет акула дальше? Я не представляю, какая у нас будет акула дальше, потому что у него, у разработчика фантазии, наверное, лучше, чем у меня, конечно. Ну, вот как вот это можно было назвать? Вот как вот это? Вот что это? Вот объясните мне. Она эволюция! Ничего себе! Как это? Все красиво! И мы можем, да, мы можем уже давно это есть, да. Так, что у нас тут? У нас тут есть акуленок, если хотите посмотреть клип, то разрешаю по
па-па-па-па-па-па-па. Ладно, все. Едим. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ничего себе! Ссылка, кстати, в описании на клип. Я охуенный. Ух ты! Ух ты! Ничего себе! Я убегу от этого. Ну, я на рему уже не получу. Ух ты! 11 квинтиллионов! Чего? Как я столько накоплю? Я думаю, я никогда 40 не накоплю. Ладно. Открываем наше новое... Так, назвать. Давайте мы, конечно, улучшим. У нас 210 триллионов. И теперь мы можем просто вот так ехать, всех уничтожать нашими сильными зубами. Все. А что будет, если мы попробуем съесть ее? Чтобы к ней не подходить, потому что она очень опасна. Вот. На тебе. На тебе. И, ой, подождите, а тут много кто есть. А давайте попробуем еще раз. Не понравилось. Дай мне хуй. Я не понимаю, мне не хотят давать. Да он отключился. Кстати, мне теперь дают намного больше. Мне дают теперь 113 миллиардов XP. Кстати, мы можем уже наш новый штук открыть. Что это у нас? XP. Это у нас... Есть плохая карма, что? Это что? Я прикольно, акула, да? Что? Я хотел уже открыть. Ну, давайте сначала. Вот эти. Давай. И 600 триллиончиков. Давай. Да, 600 триллиончиков. Где мы теперь... Можем два раза открыть вот это. Готов. Ладно, не повезло. Ничего себе, у меня уже 270 триллионов на вот это акуле. На тебе. Интересно, а как выглядит? Дайте. Вау, давайте с этой попробуем, она красивее. Она реально красивая. Она красивая, ребята, она красивая. Я не могу поспорить, она красивая. А попробуем мы убить этих дам. Мы не можем убить этих дам. Давайте мы наберем более 300 триллионов. Таких вот штучек, не помню. Вот. Побед, короче. Открываем и надеюсь, мне будет такая штука. И... Сколько это процентов? 1%! Чего? Это насколько я везучий? Ничего себе! Это читерная способность! Ребята, короче, название ролика — я получил читерную способность. Вот это да! Вот это я понимаю! Вот это жесть! Это реально жесть, это полная жесть. Это как называть? Это что вообще? Такого поворота я вообще не ожидал, ребята. Я теперь вообще ничего не вижу, не понимаю.
тебе. Все, понял, что я его съела. Ничего себе, какой я тут уже мощный. Я уже просто лучше какого-то чебуратора. Все, ребята, я думаю, если я туда пойду, то там один человек... Нет, там пять человек с ума сойдут от того, что я сделал. Просто, не знаю, там читер в шоке. Читер просто стоит с открытым ртом и смотрит. Просто с 1% выпало. С 1. С 1%. Возможно, ребята, я просто не представляю, как это возможно. Как это называется? Как это называется? Я просто. Давайте мы пойдем, и там, наверное, все с ума сошли. Ничего себе! Я даже сам с ума сошел чуть-чуть. Вот это да! Вот это огонь! Серьезно, нет, ну огонь просто топ, огонь это топ. Смотрите, давайте мы туда пойдем, и все, они с ума сошли просто от того, что я сделал. Даже админ на ремонт. Смотрите, какой я крутой теперь. Смотрите, как у меня тут все красиво. Сейчас мы вот этих съедим, вот этого съедим. Мне еще чуть-чуть осталось. Какой еще чуть-чуть? Мне так дает 28 квадриллионов. А я могу вот этого съесть, чебургена. А можно мне вот этого чебургена съесть? 13 триллионов! Мне дали 13 триллионов. Экспи. Я уже. Наверное, админ. Ребята, если ребята, давайте мы закончим ролик, чтобы у админа вообще рот чуть не упал. Давайте. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А с вами был Адар. Всем удачи и всем пока-пока. Даже одним шоке, от чего я сделала. Из-за того, что...